Всем привет, друзья! Привет-привет! В эфире очередная рубрика обзоров товара из магазина потерянных посылок. Все, что мы взяли осознанно, все, что мы увидели и посчитали нужным для нашего дома. И, возможно, будет для вас невозможно, а надеюсь, будет для вас интересно посмотреть в нашей сегодняшней передаче. Поэтому не будем затягивать со вступлением. И начинаем. Первый товар мы взяли для дома. Короче, вот такие вот две штуки мыльницы. Мыльницы – это больная тема. Органайзеры для моча. Да, как для моей жены, так и для меня, потому что ни одна нормальная органайзер для мочала как-то не особо подходит. Надо или третий умывальник, или получше, или, ну, допустим, вот они узкие. Да. Ну, вот что сюда можно такое? По одной мочалке. Ну, вот именно. В общем, цепляется на кран. Попробуем еще такую версию. Да. То есть можно за кран и оно сбоку висеть. То есть с двух сторон. Да, как-то так. Не знаю. Хорошо, да, будем пробовать, экспериментировать, тестировать. Наша жизнь длинная, поэтому время для экспериментов у нас есть. Хорошо, есть такой магазин, что можно купить практически за даром и попытаться это все применить. Проэкспериментировать, попробовать. Я сказал, пройдем. Хотел сказать, пройдемте. Пройдемте, посмотрим цену. Товар на Амазоне, похожий органайзер для мочалок. Ну вот, да. Да. Будем а у нас пробовать. Две. Две штуки. Две штуки. Вот как-то так. К крану. Да. Подцепили. Можно и соединить две штуки сразу. Нам так показалось. Угу. Да, доставай. Я думал, можно ее достать и помыть, знаешь. Ну, там дырочки есть, вода приходится стекать будет. Но все равно придется мыть. Да. Отстегивать и там. Да. Или да. В посудомоечную машину вообще класть. Ну. Итак, за один. А смотри, цвета отличаются и цены тоже. Да, ну как всегда. А, нет, ну вот похоже $16. Она литая. Двойной, да. Да. Какая разница, мы по счету не ведем. Можем вот так же соединить и будет она такая же, в принципе. Да. Хорошо, приблизительно в этом диапазоне. Так, следующий мы взяли. Будете смеяться с нас. Да-да-да, у нас лето, но нет ни размера, ничего. Вот, смотри, он даже можно расстегнуть сзади. Дизайн такой. Может, в туалет сходить. Хэллоуин? А, нет, вот сайз 100, это сантиметры, да, скорее всего? Может, даже на 2 года? Возможно. Да, ну, в общем, какая разница? А может, это вообще на Хэллоуин костюм? А, нет, теплый. Ну, такой. Но здесь катон, смотри. Да, хлопок, да. Хотя не написано. Такой теплый, а, да, внутренность катон 100%. Ой, это замечательно. Друзья. Да, хорошо, отлично. Смотрим тогда цену. В общем, с коляской гулять, ребенок спит в коляске, какая разница в каком костюме? Ну, это же белочка. А ну покажи. Белочка. Бешеная белка. Все, давайте смотрим. Коала вообще-то. Коала? Да, я по носу узнала. Значит, мне кажется, не. По какому по носу? По носу. По носу. Да, смотрим цену. У нас была этикетка этого бренда. Разные такие комбинезончики разных зверьков. У нас такой уплотненный вариант. Да, но даже этот все равно он тонкий. Он больше как халат. А у нас именно как зимний пуховик. Я не знаю. Смотри, limited edition. Ну, что-то типа, такого. Да, так, вот что-то типа такого. В общем, цена $26. Недорого. Если была 40. Ну, где-то, да, 40. Так лето. Как не сезон. Да, потому что не сезон, поэтому она вообще за доллар достался с огромной-огромной выгодой. Поэтому мы презентуем следующий... Поднимай. Мы презентуем следующий товар. Это модные джинсы. Надеемся, что модные. От Levi Strauss. Друзья, я как увидела пакет, и видно сразу, что джинсы от Levi's. На вешалке написано 18 месяцев, 1,5 года. А я только сегодня подумала, может, это для мальчика? Да. Ну, потом посмотрела-то, нет, вроде, может, и девочка. А смотри, прикол. Смотри. Написано 6 месяцев. Да, да. Но да. Они не могут быть на 6 месяцев. А тут 18. Ну, даже по длине.
А внутри что? То есть на Миюшу они как раз на годик. Сейчас, да? Да, они на 6 месяцев. А, так тут спрашивают, это пояс, типа. Так смотри, написано, модель 514 straight. Прямые, да. 6 месяцев, 62-68 сантиметра. То есть ей носить вот прямо сейчас, да. Все, потому что буквально месяц-два и все, и до свидос. Ну, за доллар. И отложим их. Как раз у нас немножко похолодало, поэтому можем одеть, посмотреть, как ей идут. И она будет довольно полазить, поэтому смотрим цену. Какое же разочарование, друзья, вот так вот. Оказались джинсы для мальчиков. Ну, ничего страшного. На 6 месяцев. Хотя на вешалке было 18. Ну, да, ну ничего, как-то. Значит, как мне видите... Мне кажется, вот эта девочка вообще. Как видите, судьба. Все нам подкидывает, подсказывает, пушит нас. Давайте, ребята, за дело. И клевые джинсы. Давай цену покажем. Что ты меня показываешь? $58. $58 на 12 месяцев. Ну, приблизительно, я думаю, в таких диапазонах будет. Хотя 18-49, 24-49. Ну, $50, короче. Так, в принципе, и есть. Ну, блин, какая же выгода. Эх. Так, хорошо. Давайте, следующий товар. Раз такая петрушка пошла с детьми. Взяли мы первый раз попробовать вот такие вот соки, да? Пюрешки. Да. Такие сейчас пюрешки продают в Костко, но большими упаковками. Мы все смотрим, смотрим, да, а там да. ни возрастной категории нет, ничего. Никогда не да, вот именно вот это нас конфьюзит. Значит, фруктовые. Получается, здесь идет яблоко, малина, лимонный твист. И потом яблоко манго. Что такое твист? Я сам не знаю. Лимонный твист. Ну, что-то выжали, наверное. Mm-hmm. Значит, добавочного сахара нет. Сделано из стопроцентного какого-то фруктового там а-ля пюре, скорее всего. Поэтому 9 грамм сахара на 90 грамм пакетиков. В принципе, я думаю, это приемлемо для 90 грамм. Перед тем, как давать Мише, я попробую. Это естественно. Короче, насколько... Срок годности нас еще поправляют. Да. Смотрите срок годности. Смотрим. 24 до 24 года. Целый год. Это же сознанные товары. Да. Всегда смотрим, проверяемся. Ну, такой вентилятор детский, видишь, наверное, чтобы было интересно его пить. Нам в распаковках попалось тоже детское питание. И снеки, да. И она не хочет их есть. Да. Не понравилось. Это точно. А вот за вот это мы попробуем, посмотрим, да? Дадим, попробуем, может, будет пить. И действительно, не... Или есть, что да. С ним делать надо. Пить, есть. Не знаю, почему не пишут возраст? Вот это интересно. Возможно, она для всех. Возможно. Так. Ну хорошо, спасибо за возможность нам попробовать такой товар за доллар. Да. Если понравится, будем покупать в Костко однозначно. Это точно. Хорошо, смотрим цену. Товар на Амазоне. Похожая коробочка, только отличаются вкусы. Цена, кстати, $10. В Костко побольше упаковка и подороже будет. Ну, в общем, $10. Ну, в принципе, за приемлемо. 12 таких вот пакетиков. Смотря сколько она этих пакетиков будет съедать за раз. Ну, все там. Отвернулась. Да. Не в настроении. Не в настроении. Да. Так, хорошо, давайте. Купили мы еще одну мочалку от Шрёдера. Нет, это для подарков. Такой наполнитель. Нам показалось мало, мы взяли еще. Да, да. Но они если уходят. Было бы еще, я бы еще взяла. Ну, она же даже на одну коробку, скорее да. всего, не хватит, да? Да, за доллар, да. Почему нет? Хорошо. Для подарков. Давайте цену посмотрим. А я помню, или показать. Ладно, покажем. Давай покажем. Мы в прошлый раз показывали эту картинку. За 100 грамм они хотят $10. $10! За 100 грамм нарезанной бумаги. Да. Она пора открывать бизнес, привлекать детей, давать им в руки ножницы и пусть режут следующий товар. Чего нам только не хватало на кухне, как полотенец для посуды. Вот такие вот. Да, ну как я могу не взять? Отличные катоновые полотенечко, да. Вытирать посуду. А мне кажется,
нам попадалось. Нам попадалось. Другого цвета, да? Да. Но есть. Мы их можем же и для рук использовать, да? Ну, если да, что, да, да. Чик-пик. Да. Да слово... жалко, они белые. Может, на случай какой-то держу. Ну, посмотрим, мне кажется, на случай какой? Приходят тебе гости, да? Моешь белые посуду. Белые полотенца, да, да, да. Белоснежно. Хорошо, давайте. Мне кажется, там разные размеры. Не, все одинаковые. Да? А сколько их там? 12. Обычно такого там мало лежит, друзья. Да. Это была удача взять и костюм, джинсы, вот это, питание, полотенце. Мы, как всегда, везунчики. Итак, полотенце от фирмы «Утопия». Нам многое попадалось уже от этой компании. Вот так вот они сложены красиво, вот так они красиво висят. Вот так они красиво смотрятся даже с сервировкой стола. Вот так вот нам крупным планом показывают вышивку. И вот так вот, вот подарочно даже поставили, смотри, кто въезжает в новый дом. Ух ты, даже тут да, классно, смотри. Да, да. Ну и вот «Утопия», все такое, 100% катон. И смотрим, 12 штук, 53 доллара со скидкой, было 71. Да. Ну и вот даже бесплатная доставка. Спасибо фирме «Утопия» за такой товар. Качественный и интересный. А мы продолжаем. Следующий товар – это книга. Значит, книга с довольно-таки интересным названием «Sticky Branding». 12,5 принципов «To stand out, attract customers and grow incredible brand». Ну, связано с развитием своего бренда. В принципе, нам будет полезно тоже. Может, 12 привычек. О, смотри, даже подпись есть, 2014 год. Это от автора? Да нет. Да я тебе серьезно. Джереми Миллер. Ну, и здесь написан Джереми Миллер. А, точно. 2014 год. 2014 год. Ну, может, это типа копия или еще что-то. Да? Принт. Торонто. Да ты что? Ну, почитаешь. Да, почитаем, посмотрим. Для развития тоже интересно. Я смотрю, а тут 2015, то есть 2014 он подписал, и, в принципе, интересно. Sticky brands exist in almost every industry. А вот цена, но это в фунтах. Это американских 23. Да. Короче, в общем, книга для помощи развития бренда. То есть, возможно, у нас тоже будет, у нас как бы бренд свой есть, и, возможно, мы его тоже будем развивать. Книги читать, вот мне многие пишут, да он не читает, он их просто собирает, коллекционирует. Я читаю по возможности, я честно скажу. Вот, ну, потому что у меня большая семья, у меня большая работа и вторая работа дома. Я читаю по возможности, хоть две, хоть три страницы. Но я все-таки заставляю себя читать. Да, конечно, часы я не могу позволить себе проводить за книгами. Но в скором времени, когда дети вырастут, мы будем заниматься библиотекой. У кого есть семья, дети, те поймут, да. Однозначно. Так, хорошо, продолжаем. Про книги мы разобрались. Поэтому следующая книга. Книга «Руки Смартс». Называется «Почему...» Как бы так с русским переводом сказать, почему те, кто обучается, побеждает тех, кто, можно так сказать, знает. Новая школа преобладает над старой. То есть книга, скорее всего, бьет на то, что надо продолжать учиться, потому что все в мире меняется очень быстро. Если не адаптироваться к ситуации, то можно остаться где-то позади. Поэтому приходится отдавать предпочтение сейчас в наше время тем, кто быстро адаптируется, обучается и меняет свои направления. Да, итого цена в тяжелом переплете $35. Недорого, я не думаю, что она прям даст вам супер какие-то секреты и все такое. Но, как я сказал, когда вы продолжаете читать, собираете всю картину в пазл и выделяете себя в этом мире, куда вам двигаться, для чего и зачем. Это просто чисто для знания и для совершенствования себя в этой жизни. А мы продолжаем. Следующий товар. Модное. Да.
модная вот такая вот спортивная кофта. Да, на замочке. Это ульяне. Цвет такой хороший, приятный. Ну, телесный, да? Да. Его еще называют на данный момент. Ульяна еще не мерила, но мне кажется, подойдет. Она такая приталенная, будет да. классно смотреться. У нее одна есть черная, а это будет и на замену. Даже сзади и все такое. Да. Ну, хорошо. Вроде бы всем все понабирали. Тогда смотрим цену на кофту. На Амазоне только на каком? Интересно. Короче, вроде бы как и американский, но com.be. Поэтому, не знаю, вот точно такая же кофта. Да. Вот так она классно смотрится. На самый маленький размер. Да, сзади. То здесь тетя вот. Большая. То есть оно все приталено, угу. все, картинки закончились, а цена не закончилась. Вот тут в евро. Но самый маленький, говоришь, XS. Да. Тут XL. Ну, от 37 до 45. Ну, даже возьмем по минимуму 37. Да. Это в евро. В канадский я не знаю. Кто захочет, может написать внизу под видео, сколько 37 евро в канадских. И все тогда будут знать, сколько это в канадских. Хорошо. А мы продолжаем дальше. Нам осталось еще немного, поэтому да. не переключайтесь. Да. Следующую книгу мы взяли уже для Ульяны. Это интересно, с интересным направлением. Кстати, я давно как бы искал, но я не знал, что есть книги на эту тему. Это на тему критического мышления. Для как это, возраста 8-12 лет. Угу. То есть усовершенствовать. Как бы в таком возрасте... Покажи, что там. По моему опыту, в таком возрасте про критическое мышление, скорее всего, тяжело вообще говорить ребенку, потому что понятия, они все-таки еще ранние. Но можно немножко корректировать, чтобы все хорошо случилось, так годам в лучшем случае 20-25, чтобы было немного осознания. Я не скажу, что это прям щелкнет, что если загрузить... Я не скажу, что если загрузить ребенка такими книгами, он завтра такой, опа, я начну сейчас решать задачи и все такое. Ну, какая-то тетрадка. Да, тетрадка с записями, скорее всего, новый. А-ля дневничок, может, да? Да, да, да. Может, какие-то примеры решения задач. Посмотрим. Дадим, понравится, будет заниматься. У нас Ульяна и так загружена очень хорошо, поэтому... Поэтому смотрим цену. Так, и книга на Амазоне. Получается сколько? 15,75 за такой переплет. В принципе, есть даже какие-то отзывы интересные. Мы надеемся. Да. Вот, ну, как я и сказал, это не волшебная палочка, что все изменится за день, часом, даже за месяц навряд ли. Но пробовать выбирать направление нужно уже сейчас. А мы продолжаем. Следующий товар, мы взяли такую бутылку, Ульяна уже сразу ее приметила. Хотя я ее взяла себе. Да, да? Да, она попросила, понравилась. В принципе, все воду пьют, я думаю, достаточно у нас. Ну, она сказала, бутылка с мотивацией, да. Ну, возможно. А мне, в моем случае, это просто коммерческий ход. Ну, как бы воду пьешь, ты пьешь, не пьешь, смотрите, ты не пьешь. Смотрите, классная бутылка, классный цвет. Взяла ее, она закрыта полностью. Да. Открывай, посмотрим, что там. Пленочку вот эту убери. Да все, вот убрал. Все, да? И... Трубочки там нет, да? Конечно, бамбуковая. Классно закрывается, угу. с меркой вообще. Ну, супер. Типа для рук, и да, ты там... Да, такое... очень удобно. Да, раз... Значит, таймейкер, стролит, ага, там, то есть должна выпрыгивать такая резиновая штучка, ее нету. Или она может быть, была приклеена к крышке. Но я тоже не увидел. Ладно. Да. Что есть, то есть. Безопасный пластик, не пахнет химикатами и все такое. Ой, что-то я тут понажимал уже, ой. Мне так как-то неудобно. Так, не вытекает, не перетекает, если ее переворачивать. Ладно, смотрим цену, что нам тут рассказывать. $15 за вот такую вот бутылку. Так, ну и последний товар. Детская бутылочка от Dr. Brown. Известная фирма.
Natural Flow, то есть, я так понял, течет хорошо. Spill Proof, не разливается, когда закрыт. Sippy Straw Cup, то есть, стандартная бутылочка для питья для деток. От 6 месяцев. Это мы уже готовим на подарок. На подарочек. Да. И подыскиваем интересные, хорошие, качественные товары. Да. Для... Доктор Браун, у нас есть этот, как он там, стерилизатор. Вот. Стерилизатор. От доктора Браун отличная штука. То есть фирма проверена, мы на себе проверили. Все работает хорошо. Рекомендуем. Поэтому давайте быстренько посмотрим цену на этот товар. Так, ну и вот, как вы видите, бренд Dr. Brown's, Milestone Sippy Straw Bottle with Silicone Handles. Вот так вот ребенок сидит, пьет, интересно, двумя ручками держит. В принципе, у нас Миюшка эту стадию прошла. И вот, как вы видите, $19 со скидкой. Так, все, девочки пошли спать, оставили меня на хозяйстве закончить видео. Значит, товары сегодня, как всегда, интересные, классные, а самое главное, нужные, применимые и практически за даром. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока!